Всем привет! Это канал «Разговор с Богом» и ведущий Крутой Сергей. Сегодня поговорим о стихии «Ветер». Стихия ветра – это бесконечная сила и поток энергии, который бывает спокойно и наоборот, показывает свою огромную силу перед людьми и всеми обитателями Земли. С помощью ветра люди научились вырабатывать энергию, ведь она огромная. Но есть места, где ветра очень мало, и энергия не может вырабатываться. Поэтому этот способ не подходит тем жителям, где нет ветра совсем или мало. Но вопрос лежит о том, что сила ветра дает знать людям, что они еще не способны предотвратить и остановить полностью. За этим происходят различные разрушения. Ураганы и торнадо разрушают все вокруг. Если бы мы смогли использовать эту энергию во благо, то у нас появился бы новый способ источник энергии. Но пока этого невозможно. Но и мы видим после. Мы зададим вопрос, а нужен вообще ветер? Если бы его не было, что было? Я думаю, ответ кроется в том, что без ветра не было бы потоков и течения рек, не было бы некоторых полетов и движения. Также поток воздуха и циркуляция его не происходило бы. Если бы человек мог управлять потоком ветра, то он мог бы управлять и передвигать предметы. Но пока этого не удается всем. Почему я говорю всем? Есть некоторые, которые могут создавать потоки, но этих людей либо не видно, так как они не хотят показывать, либо их единицы. Есть одно упражнение для этих целей, но это будет в следующем моем рассказе. А если вам понравилось мое видео, то ставьте лайки, пишите комментарии, репостите видео для того, чтобы люди могли видеть новые видео. И рекомендуйте канал. С вами был Сергей Крутов.